Вообще ни хера нету. Да, это ладно. Ну. Там рога напуливать, не напуливать столько, чтобы с тебя вар не снял. Все равно. Я вот про червей говорю. Так, брустить, как в первом рейде. Там, блин, вар брустил и хан брустил, блин. А тут кому брустить? Я-то там с напулом был. Слушай, а если я на червей сдам бомжей, черви на них переагриваются? Нет, не надо этого делать. Представь, если а, они ну, даже да, переагрятся. Рейд развернется, то нахрен. Да, он в рейд развернется и задует, даже если они переагрятся. Я знаю. Понял. Да, дальности бы хватало. Нет, когда перекопается, уже проще. Там ну, нормально уже. Почти, ну, мы ж вчера побивали, почти. Ну, конечно, зачем ты ему каждую кнопку объясняешь? Да не, что важно, блядь, нам на рюбе надо бегать научиться. Дон, хочешь я тебе стрим подрублю? Чего? Хочешь я тебе стрим подрублю? Вот такой душный. Да не, спасибо. Точно? Так, а... Гаснип, ты был здесь вообще в ике? В 25-ке? Ой, в 10-ке хэмке? Когда-нибудь? Нет. Хорошо. Нет. А в обычке был? Был. Ну, конечно. Вот. А сейчас будет первый босс этот кентавр. Отличие от обычки в том, что те уши, которые он кидает, на тебя вешают дебаф огненный, который тебя бьет. То есть мы из них прям сразу же смотрим внимательно и выходим. Угу. На второй фазе для тебя отличия нету, как для РДТшника. На третьей фазе, когда этот рев будет уже этот, ну, снежный парень выходить, там просто нет ускорения, когда он врезается в стенку. А все остальное то же самое. Поэтому убегаем быстренько. Просто вдоль стеночки вправо либо влево. И стоим в одной стороне желательно, чтобы сразу домой. Да, это же обычка обычная, да, то же самое все. А еще мана тотема не забывайте. А там кару нету-то у нас еще, он отошел. Он отошел, сказал. А, Валк, с тебя резист тогда, раз у нас ДКшка есть с аурой. Ой, извини, да, я дал кулачок. Или нет у нас ДКшки с аурой? С какой аурой? Не, у Вата нету ауры. Слушай, я могу сейчас от огня поставить, надо или не надо? Да нет, от огня я ставлю, да. Ну я, если там... что, могу просто там мастер прожать, и все, в принципе. Там будет еще больше сопротивления. Так нам сосредоточение разве не надо, что ли? Ну, давай сосредоточение. О, Волк, хорошая инфа, спасибо. Я тогда побольше бутылок буду пить. А есть у кого монопод? А ты не знал? Нет. Я не знал. Не, я не знал, да. О, спасибо. Я один забой пил. Капец, ты глянь, какой вагон. Блин, забыл. Высокая устойчивость против огня. Да. Не, они с неба летят.
А Дуат, у тебя есть сопротик? Да, конечно. Да, я здесь. Что тебе угодно? Добро пожаловать, герой. Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться... Самое главное этих пройти, остальное уже не страшно. Вас, кто смогут пережить испытания, пойдут в ряды Серебряного Авангарда, который направит... Всем привет. Да. Привет. У меня только одного стрим не работает. Войда. Я могу тоже подрубить, хочешь? Да просто ты пустить, я думаю. Сейчас попробую. Можешь отлиться от того, может захопало. 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Мне, короче, это у меня... Пару. Ладно, руба. Хочешь кормить, я тебе свой подрублю. Так, ну Дуат, смотри, на 10 также я на тебя кину. Да, да. Ой-ой. Я поднимусь. Угу. Здорово. Испарил. Я. Есть БР, да, на него? Да, БР на меня. Я пока хилю тут. И Инер сразу залей. Сколько стаков уже? 8. Угу. 9 кинулось. Угу. Я кидаю. 10. Ага. Снимите кобальда на мне. Дай мне касочку. Да-да-да, сейчас дам. Угу, на перефаске. Я уже дам. Хорошо. Так, мы готовим. 3, 2. Один. У кого-то микрофон фонит. Блин, когда там заливали его это? Я Исполину отключил, если что, напишите ему. Ну, или скажете. Если рвота прошла, можешь это снимать. Ну, я вот не знаю, что-то не заметил рвоту вообще. Стоят. Все в миле стоят. Уже это. Темп поставил. Кого разморозить? Вов, бро. Вроде всех. Кару еще. Ну, там уже закончился твав, добивайте. Ладно, кару похилим так. Отдыхай пока. Лужа, сука, как говно разлила она. Бля, Дуат, далеко, далеко, далеко. Нормально. А, я кару держу. Угу. Все, давай, это посижим, Дуат. Ну, пиздец нам. И я не успел на тебя дать флеш. Там нас там четверо было. В этой ниточке нет вставки, да? Нет вставать, я тогда встал уже. Чуваком. Давайте. Давайте в лужу. Да, чуть-чуть. А с чего умерли-то, что было?
вас убило. Мы там все умерли, вайпнулись, по все. Да. Блин, а с них же шкурку можно снимать, да? Нет. Клёво, да. Да. Так, секунду, ребят, пока не начинайте. Блин, порошочек, а был бы у тебя этот протспек, можно было бы спекнуться, кинуть щипок на нее обратно. Минус 3% урона. И мне их репату, моего бро. Зачем? Минус 3% урона. Бля, мне отойти надо, помочь вещи поднять. Минут 5 где-то. Сейчас подъедут пока вниз, пока наверх. Хотите, могу? Я пока на Толгород за Сергой. Значит, сгоняю. Сейчас я как приду, это скажу. Что, постримить вам? Ну как успехи, ребят? Ну как? Нормально, как я... Да, отлично. Я ж 6-й, по-моему, в рейтинге сейчас. А вчера убили вечером это ИВК или нет? Угу. Убили? Да. Конечно, там фул прошло. Блин, как я мог проспать такое? Ну, как ты сделал, так и ты проспал. Нормально. Конечно. А кто подскажет, может мне на черталку сменить на кузню в профитле? Конечно. Два сокета как бы по 35 СПД. Чем плечи сейчас же вроде есть на черталке, ну, да, которые... Да, да. Я хантом поменял на чертание на кузнечку. А тоже много эту кузнечку голды качать? Ну, не знаю, да, я за бонус. 6-7. Ну, где-то... В хорошем самом раскладе пятерка, в самом плохом раскладе на восьмерка. А так где-то 6-7. В зависимости от цен. Говорит, ты не учитывай, что сейчас новые квесты, и на них нужна руна на эти на расы. Там нужен кобальт, там нужен титан, там нужен саранит. Ну, есть квесты с кобальтом, есть с саранитом, есть с титаном. Ну, можно докачать до 300, а дальше про этот. Потому что сейчас этот у кожевки мерзлая чешуя, знаешь, что это с дракончиков, которые пофармятся. Хитин. Хитин сейчас 6-8 голды стоит за штуку. Он типа за там
там 20 серебряных раньше продавался, и то никто не покупал. А мёрзлая чешуя, типа, по 20-30 голды за штучку. Чешуя йогмурна, которая с червей, типа, тоже 30-40-50. Типа, вот такие сейчас цены на неё. Неплохо. Да, очень сильно кожевка подорожала. Ну, я не знаю, я за сегодня сколько, наверное, тысяч. Ну, 5000, наверное, ты, может быть, 6 даже. Репы точно сделал. Там я квесты эти платные делаю, пока мне не попадется тот, что с лотосом. Там пиздец дорогой квест. Там 2 лотоса и еще куча всякой бэкашной травы. Все. Нет. Не, он сейчас не играет вообще. Не, но он играл где-то недели полторы назад. Да. Да не особо на самом деле редеют. Вот сейчас еще одного ока добрал. Того же самого Джиллиона, ну, у Англиса взяли, тоже на шамане. Айнона понять можно, Айнон, блядь, извините, блядь, в 12 ночи рейдит начинал только. Угу. Да, у него плюс 4, это Красноярск. Просто я когда в Красноярске был, я не рейдил. Ну? Не хочешь на моем ханте сходить куда-нибудь? Я тебе ночью стрим подрубишь, я тебе буду говорить, какие цифры. Да, смысл, мне тогда можно просто сюда подряд донатить. Самому, зачем? Типа дешевле выйдет, получается. Т4 плюс прига, это выйдет как пару кусков на Валанир всего лишь. Трудно сказать. Примерно одинаковые. Фералов, заряжен. Так, я тут еще. О, хорошо. Ну, он должен быть здесь, он должен смотреть мой стрим. Да, он обычно с Войсом сидит. Сейчас не отвечает.
А, нет, зашел, зашел. Привет. Добро пожаловать, герои. Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом Круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер Грозовой Гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герои! 5, 4, 3, 2, 1. Готов? Да, готов. Я кидаю. Прикосни, под босса, под босса, под босса. Все, все отлично. Кинь дон туда, я нормально. 2, 1. Репочек играем. Войд, войд, войд. Забери агро там на войде. Отведи еще, там уже будет сейчас. Будет сейчас. Можно распрашиваться. А ПР есть у тебя? ПР-то есть у тебя? Хорошо. Череп, череп, доигрываем. Забери агро. Меня бьет. Ну забираю, блин, он не забирается, ни хера. Таун, таун, там просто только таун сработает. Не-не-не, там, там агро именно не действует, там просто второй пост пошел. Ой, бред, блин. Все, фут, фут, фут. Стоим, бьем Хуже. Просто. Дамажим. Мелики аккуратнее. Хуже. Мелики вообще получше не били. Вы ага, блядь, ты что думаешь, что здесь есть ТПС со стопа? Вы умрете. Вы умрете. Нормально еще. А, понял. Сейчас кину, прохилю. А, Исполин, давай гимн на ману. Поставил. Все, отпускай, пускай, домашним. Главное ДПС.
Смотрите, там ножик где лежит. Льет. Нормально. Босс выходит, забирай босса. Давайте 500к. Кару, блядь, как ты умер? Похоже, да, да, да. Почти добили, почти добили. Право, перейдите. Она пропала, что ли? Она, видимо, дотками доелась. Нормально, просто играем в этого. Тотемы убрали, тотемы все убрали. Добро. В дуата. По-моему, да. Нет. Я его сагрил только, вы что, я вам стоял с другой стороны ворот. Так, давай это, если что, не агрим. Я не знаю, как это работает, но мало ли что. Он так не должен работать, но все равно. Вы осторожнее с этими, отбегайте в любом случае. Тотем убирайте обязательно. Тотема. Потому что... Не есть берсерк. Все, дамажим. Отлично. Я мастер прожму с сокро, если не у меня будет. Вы умрете. Куда? Тема. Беги, малышка, беги! Хватит в тебя. Блядь, ребят. Ну, у нас минута. Да, если бы не в этот, не, ну, не врезался. Через Bubble Town, если что, делаете? Полтора миллиона, а чё? Bubble Town, сделайте. Там, блядь, миллион. А вот там вот у него восприимчивый. Точка была. Он не восприимчивый. Да, нет, слишком хуто много сейчас. Скорбно. Как яростно они не бились, чудовища Нордскола оказались сильнее. Почтим память павших героев. Да вы бы сейчас его убили так, он у вас просто не врезался из-за... Два раза врезался. Да. Хрипатый говорит, возможно, в его этих, походу, врезался. Ну, бомжа мог. Бомжа. А ты что? Нет, там их не получается контролить. 4 эти мелкие, блядь. Сейчас, ладно, Т9, 1. Бомжи у него вылазят такие. Кулока тоже вылазят эти вот маленькие. Сама. Ну, по-моему, не было. Не, он же это в дестрике. У него просто что-то стрессы выходит, пока да есть. Давайте начнем уже. Хорошо, да. Ты готов?
Так, я тут один момент курьера принимал. Вы, да, если видите рядом с собой череп слева от себя, убегайте вправо. Если справа, бегите влево, потому что вы не успеете. Все. Все, что требуется. Тут тактика, блядь, детского садика. Посмотрел, куда бежит, отбежал тут от него. Ну, я бы не пиздец. Два дня на одном боссе. Да. Если бы даже он один раз врезался, мы бы его добили бы. Тогда из двух. Достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван... Вот, фосочку. Нормор. Бой, герой! 5, 4, 3, 2, 1. Блять. Пучок ой, каску пошмал. Валка, залейте ее, если есть. Ты же на АП кричишь? Валк, валк. Он висит на АП. Ну хорошо. А есть юнор, валк просил. Зачем, блядь, это я? У него там монореген бешеный, блядь. Но он писал. У него уже нормально, по-моему. 8 добавлю. Угу. Я вижу. Я буду сейчас кидать, Дуат. Давай, кидай. Кидаю. Добивайте этого босса. Нормально, один стак, отлично. Полин, нажми кнопочку. Я поставлю. Все, поставил. 5, 4, 3. Дайте герм. 1. А, рано дал. Чипочек играем. Вы умрете. Вы умрете. Не успел с плен. Ты нас уже отдавал. Дуат, разморозь нас. Да он сейчас опять зальет говно в лицо. Он брызги через 5 секунд. Есть БР? Есть БР там? Да. Давай, вставай. Ну, сейчас двое замороженных будет стоять. И Кару. Я прохилю их, танка держи главное. Бля, давай. Войт, иди разморозь их. Я на дуате сижу. Брызги сейчас будут. Народ, отбегите, брызги сейчас будут. По идее, было написано. Катку пошукай, дай. Разморозьте танка, пожалуйста, а? Я в черве стою. Квадрат. Бля. С ним прохил, значит. Хрипатый забрал. Отвернись. Да, все правильно. Хорошо. Просто бьем.
25 секунд. 20. У вас там уже, блядь, у вас всех милишников. Ну, смотрите, ХП заканчивается еще. Ебать. Ну что? Пиздец, что ты? Ука. Да, да еще и стопаем постоянно, блядь, на пола нет. Прискорбно. Как яростно они не бились, чудовища Нордскола оказались сильнее. Почтим память павших героев в минуты молчания. Когда жуки выходят, возьмите ренджу, десятку. Я про миликов-то не говорю, как бы, ну, там нереально. Попро, ты можешь взять моего ханта, хочешь? Там будет на пол. У нас СС есть. Добрый день. Добро пожаловать, герои. Вы услышали призыв Серебряного Аватара и без колебаний откликнулись на него. Да, все есть. Просто я горю уже, мы два, блядь, дня на одном блоке. Да, умираем, потому что мы не можем ходить. Ну, на пола нету это. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Да. Да, в Наполе мы срываем агрос, да, это да. Кислотный, и нас сразу заплевывает, блядь, и мы стоим. Я, честно, да он кидает, ну ты представляешь, сколько мы дамага вливаем. Я в 4Т4, а он без. 5, 4, 3. Нет, 2, просто играем все в 8. Так же, как и играем. Да, да, да. То, что я за умным не слежу, потому что тут нахуй не до этого, блядь. Зови добавку. Угу. Я пока держу все. Я это готов? Да. Кидаю. Блять, можно было, короче, еще до конца держать. Ну вот один добав вообще ни о чем. Войд. За. 5, 4, 3, 2, 1. Геру. Блять, лужу рядом разлил. Вы умрете. На два-то кинуть нормально. Умрете. Исполин, да, исполин. Я пока не дает. Так, если еще раз подойти. Если что, точку нажми сейчас. Все отлично, уходи отсюда.
Куда подбежать? К кому? Не-не, все, никуда не надо. Черепочек видите, где появится? Хуево появится черепочек. А, не, нормально, водится он. Куда, блин? Ложа. Дует. Добивайте кислоту. Прыжок не пойдет. Войдет далеко. Истерию вам дать на этом, на рёве. Да. Рейнджот вов. Я его постепенно ко входу поведу. Рейнджот самое главное, держите, его уже не забегите. Там еще рано. Все равно. Рот и держи, ну ёбаный пиздец. Дай БР по нему. А, Валк, нету встать. Ну, бьем так, да. Нормально. Да. Бейте. Готовься ловить. 200 тысяч добивайте. Доты накидайте на него. Все, отлично. Все стоим со стороны выхода, где заходим в рейд, потому что тут вы уже будут. Червяк сдохнул? Да. Вы... Я сдал масс. Я без маны. Это его. Ладно, мана будет. Да, снег, ты где? Далеко стоит. Да. Отбегайте от него все. Ну как так? Больше нельзя. Я если что, бабу отдам, если в меня будет. Уже все. В смысле, если он упал, он то время, когда у него КТ, он уже не встанет ей. Бьем. Ага. На дуата. Да. Все, кто справа от него, влево. Отлично, бьем. Ну ты чё? Стерею дал. У нас пол. Сейчас отведу через сюда вперед. Надо поднять быстрее. У нас хорошо на меня. Все от меня, кто справа вправо, кто влево влево. Да. Сначала бей. Да, мы хильнем. Ну еще до конца одно врезание. Бей, потом БР. Рез. Угу. Вы умрете. Бля, ну главное, чтобы не на меня. Смотрим черепочек, да. Кару. Все, влили вообще фу, тогда убиваем мы его. Тоже бей, это донт. Я и так бью в каждую эту штуку. Давай, 700 тонн. ГЦ. Все, ГЦ. Давай-ка я отбегу лучше. Сейчас бежу за ебал вообще. Ух ты, мне надо. Да. Мне тоже надо. Короче, маленькое замечание. Вы, блядь, очень много пиздите. Вообще пиздишь остоком. Я так устал. Согласен, наверное. Типа, у вас... Каждое слово.
А зачем? А почему мы не на группу учить вообще? Да, я не знаю. Ну, у меня там 88 было. Все же свои. У меня мейнспек ДД. Но в 25-ке я уже буду и на танка на успех забирать. Ну, тут хорошие просто статы. Критхаст. Ой. У тебя есть альтернатива? Делайте, что хотите. Да я не понимаю. Там уже что-то... Да, дайте хилу. Нормальный хилу пойдет. Да мы оба хилуем. Почему? Почему Донту? Я же Парову выиграл. Ну, почему так? Ну, почему? У меня тоже кольчуга есть. Я по статам засыпаю криткаст. Просто Войт так не делает. Подожди, просто не, подожди, потому что... Стойте. Потому что у тебя ты 9 криткаст, а у меня хаст МП5. Чем? Не, ну просто ты типа... Ты носишь латы, а шаман латы не носит. Все, вот единственное оправдание. Не, мне пофигу на то, что это латы, не латы. Погоди, давай тогда так. Почему тогда Карнес и ткань одевает, и ткань у него есть тоже? Да, потому что... Подождите. Ладно, потому что у тебя Т9 с статами, которые тебе нужны, а у меня это офсет. У меня латы перчатки. Латы или не латы, у тебя сет идет. У меня 4 Т9. Крит хастовый. Я это понимаю, у меня нон-сет идут только перчи. Ну так ладно. Так вот, и зачем тебе перчи тогда, если у тебя нон-сет? Это типа странно же. Все, нормально. Дайте пристабаф, дайте ребаф вообще полный. И поставьте рыбку, потому что у нас люди умирали. И давайте, ну, кто-нибудь, ну, блядь, я могу сам завалить, но мы не будем вчетвером ролить это все. Это прям тяжело становится моментально. ГГ-снип, короче, смотри, тут появляются врата, надо будет в них играть. Да, мы подводим. Вот, просто смотри, вот это твое плечо, а вот это мое плечо. Все, нормально. Играем. Вот. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Так, Тару. Да, а, нет, здесь нет, здесь не кастуется, нельзя сбить. Войт, ты сбивай тайфуном этот каст. Какой каст? У босса? Не у босса, у босса Валк у нас посидит, посбивает. У босса я посбиваю танк. А, ну хорошо. Не забывайте снимать только. Гера будет как раз таки под первым. Так, я третью ауру ставлю. А, Гера будет под эти, под вулканом. Босса нужно будет подводить к порталам и к вулканам. Босс, понял, хорошо. Ты до снипа там достаешь, если что? Скару. Порталы, все в портал сыграли. О, сыграли. На агро не работает, блядь. Ты босса подводи. Сука. К нему. Да, госпожу с меня забери. Госпожу забери с меня.
Паукам все сыграли. Первое. Вы умрете. Второй кастует, спивай. Вы умрете. Я хрипату отхилю. А есть? Есть спиннер? Конечно, да, давай. Я ПП не могу вбро. Хрипатый на тебе. Так нет, ну если он не встал, значит нету. Да мы и так добьем его. Мы с ним больше не умрем. А в портал играем. Подними! У меня просто это сава. Угу. Забейте, просто босса играйте, бабы это фигня. Они сейчас заклеиваются, там вар есть у нас. Только с ним побежал. Я похилил. Стаки. Блять, стаки это мне надо. Блад, отведи от зеленой лужи, потому что сейчас вылезет. Сейчас. Как-нибудь разверни. Я, короче, под бабовым буду хилить, если там тяжко будет. А у тебя тотем есть? У меня есть тотем, да. Ну, ставь. Исполин, давай, нажми. Поставил. Пару побежал, Войда прохил. Да, поднимем. Вулкан появился, черепочек поставил. Бля, минус как. Там стаки. Стаки снимайте с него быстрее. Хилить придется тебя. Я снял стаки. Умрете. Прохиливай рейд, я исполина подниму. Угу. Доигрываете. Все, инферналов. Сначала добиваем инферналов. У меня, блядь, каст. Я хил. Добили инферналов, добили босса. КЦ. А у меня пошел там, я ж не могу так. Стаки. Исполин, беги. Да, в портал сыграли. Отводи босса к нему. Нет, я отдал уже. Ну, копи. Возрождение 30 секунд было. Забери. Парашечку убежал. Угу. Подниму тебя, подниму Хрипатова. Хрипатова прохиливай. Ага. Бля, еще Старс бери, тут суки. Да еще раз, ну бля. У меня каст. Ты дурак. А в меня молнии дали, я упал. Босс, угу. Играем босса. Давайте, ну миллион, нужно допинать его. Блять. Да блин, ну дайте побей. У меня без маны. Я тоже. Ну, КЦ. А, блять. Чашка. Не, ну там просто в начале то, что Шам упал у нас. Так бы убили. Ты по КД агро просто. Что он делал? Я в него и ЛП, сука, закинул, и таунта два, блин. Прям поражал. По КД. Ему плохо. Прям как КД шоу. Чего? Босс, да? Ой, ты очень много воды льешь во время. Ну вы же видели, на Валке сколько всего? Валк умер, он за мной бегал, блядь, я от него бегал. Просто так и снимал вообще. Я вон скинул.
Раз. Меня слышно, нет? Да. А объясните, пожалуйста, молния бьет, чем больше стаков, тем больше она бьет? Да. А, тогда понятно, почему она что-то... Стаки не успеваем снимать. Двадцать пять косарей я не переживу точно. Рестобаф можно, пожалуйста? Если у тебя есть это фласка на ХП, выпей ее, да и все. Она мне не... А, ну вот сейчас, если с криком, да, то поможет. Ну вот, 25-200. Ладно, сразу сзади встань, босса. 5, 4, 3, 2, 1. Перед вами Джараксус, Эредарский повелитель пылающего дракона. Господин зовет! Вот отпусти! На мне госпожа сидит. У меня каст. Вулкан, все. Опять каст. Ты один хилишь. Опять мне бежать надо. Беги. Было страшно. Я прохилился. Ну вот прям с валком ДПС уже хватает нормально. Вокруг побежал. Испарин, есть гимн? Да, да, есть. Давай. Да. Оставил. На всех должно хватить РТДшников. Ворота, да. Я прохилюсь. Снимите госпожу с меня. Хорош. Отведу. Исполин побежал. Я выхилю его. За 20 секунд должны убить. Ну, откатится, да, к этому моменту. Блин, я только истерию на него кинул, а? Все свои прожимки. 700 тысяч. Пьем босса, 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 босса. Я массакро отдал. Он тогда рейд, пофигу, пусть висит. Отлично. Надо прохилить. А, не такая сфера порвал просто, и все. Кому-то 10к голоды прилетит. На них. Конечно, порвал, но мы же никто не получаем за рейд.
Да как группу, что ты делаешь? Это ж десятка, в КП-то точно с десятки ничего не идет. Тут либо собрали все в кучу, продали, попилили голду, либо каждый просто продает. Давай попробуй, поставь группу, серьезно. Давайте. Давайте просто попилим и все. А, давайте вообще это, группут. Тебе нужны танты эти? А, ботинки, да. Забираю, у меня потому что... Ладно. А это ролл на что, не понял, на ботинке? Нет. Нет. А, просто что ли? Я не знаю, на что там ролл. Ну, первый был на сапоге, оказывается. Я думал, они эту хотят сферу. Ну, тогда твой 79 будет, и все. А чего мы не ролим-то сферу? Сферу сейчас поролим. Добрый день. В следующем бою вы встретитесь Давайте. С лучшими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите... Кару, голодишка. Держи. Так, гости, подойди оттуда, они сейчас там появятся. Позволь нам встать на место твоих рыцарей, паладин. Нет, конечно. Десятки никак к гильдии не относятся. Мы как бы собрались, потому что, ну, просто собрались. Но ты можешь также вот десятку кого угодно позвать, просто ходить. Ну чё, я тогда на дуате сижу. Мне тогда... Да. Сейчас смотрим интерфейс. Лапку. Пристабов. Так, кто у них тут? Вар, ДК. А получается, что да, тут прист хилит. Давайте луна, шаман. Это я буду шаману сбивать косты по возможности. Кару, ты контролишь ДКшку. А, нет. Войд, ты контролишь ДКшку. Дот, ты забираешь вары возле ворот с той стороны. Да, он не работает. Да, поэтому мы стоим здесь. И просто этими, да, оковы. Порошочек. Попробуй. Да. Если таунт не работает, то и агро не работает, то, соответственно, фронт-стойка тебе не нужна. Ну, я тогда в ДД спекнусь и все. Не-не-не, ты шмот-то танковский оставь, а стойку ДДшную. Да. Он просто, типа, он если видит, что у кого-то меньше брони вокруг, ну, ближайших, он на того и бежит. А-а-а. У тебя должно быть меньше брони, чем у Холи Пауа, а помимо тебя и Холи Пауа никого не должен видеть. Включай. Вот, стойку. А зачем мне Холи Пау? Я его один на один, он меня не отнимает. На тебя сейчас все побегут. Там будет вот сейчас весело, да? Валк с нас. Тотем на фир. Ой, ступеньки, на ступеньки зайди. А, да, давайте играем мага Лока. Потом ДКшку. Да, грип, стоп, сейчас, секунду, еще по контролю. Войд, ты контролишь ДКшку, Кару, ты контролишь этого Лока. Ваук, ты сбиваешь косты Присту, а я шаману. Ну, в принципе, и все. А, хрипаты, если, ну, по возможности, какому-нибудь кастеру, на маге же будем сидеть, вот магу избивай. Давайте тогда на него черепочек ткну лучше. Все, все тут? Тут. 5, 4, 3, 2, 1. Эти кера везде. Исполняйте.
Мне каз били. Где бы? Тебя поднял. Вот, есть по мне БР. Мне, короче. Да. Ну тут уже хлам просто, все, все везде. Вот он, блядь. Там не работает нихера. Каз дали. Блядь, что там с магом? Диспельте, ну кто-нибудь его, блядь. Почему у нас два приста есть? Там две ходки, блядь, висит на нем, да. Вара, есть что-нибудь? Дуат, пробуй, ну, блядь, вар на тебе, дуат. Оковы. Оковы, ну, понимаешь, у него не восприимчивость ко всему. Я просто, его то, что кидаю, оковы, он все равно бежит, берет и бежит к вам. Да, да, и ты ему кидаешь оковы просто. Ты ему не должен кинуть оковы и пойти что-то там делать. Просто кидаешь оковы. Это вот все, что, ну, надо. Блять, контроль. Контроля нету, нету ни мага у нас, ничего. Ну, у нас есть шипы, которые эфиры дают. Ну да. Привет. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Ой, кубоп. Я увидел, что я еще одного лока взял. Пишет, типа, какого хуя, это уже не смешно, берите паладинов и воинов. Ну, вообще-то, блядь, он прав. Хорошо, а будет так, сражайтесь с честью. Не щадите никого, герой Орды. Локтар Рогар! Слава Альянсу! СС-а нету у тебя, Кара? Да. У вас прям вообще... Слушай, а есть у кого еще? Может, Вайда тоже спекнем сейчас в танк, потому что там 3 милика. И получается смысл? Один РДДшник. Смысл миликов есть. Ну, смысл танка, если танк не работает. Ну, просто мы хоть какое-то время выиграем. Войд может дать моста, мастаунд. Это на 7 секунд как минимум. Если кому-то... Это не работает там. Они не работают. Ну ты чего? Конечно. Только хардкор, я помню. Есть у кого это зелье на броню? Одну штучку. Mm-mm. Два. Вот, с той стороны, прям возле входа, возле тебя паладин. Чем больше миликов заберешь на себя, тем лучше. Играем в мага, керу. Присты, диспел. Нужен диспел таргета. Я, потому что, ну, я валка потерял, потому что диспелил. Да, там ДК, ретрик и вар. Этот сетап идеальный. Разбафы теряет. А пристабафа нет. Да, пристабафа нет, согласен. Ой. 5, 4, 3, 2, 1. Вот, начинай. Чё, я тогда отхожу, дуат один постоит. Да, если там никого нет, то да, нужен хил здесь. Мне хекс дали. Блять.
Сейчас, ну, Войд, 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 ну... Я не успевал даже поднять. Яру, снимите с них со всех. Вы умрете. Да вот как там как нормально? А, нормально, я снова стойку включу и все. Блять. Так я тоже. Ну пробуем. Бейте Вовы воины или паладина, без разницы. Давайте звезду. Да вот нормально там. Ну, пойдет пока. Ну стой, потому что я тут не. Лучше. А, я же себя отключу так. Нормально. Если прям критично будет, то, бля. Да, да, у меня что-то подождется уже, все. Но мы тут ничего не сделаем. Да. Ну, ложимся тогда. Мне, короче, надо тогда сразу идти. Дуат, в принципе, там, если одного хватает, то он соло с ним стоит. А хоть кого-то убили вообще там, нет? Одного, да. А смысл то, что мы хила будем убивать? Дамаг-то все равно будет дикий. Ну, хайпатый. Ну вот представь, мы убиваем вот хила, допустим, приста, да, какого-нибудь. В это время все равно дамажат. И потом убивают ДПСера. Я думаю, я поманю. Но это получается двойная работа идет. Чтоб не получить... Требуя справедливости, мы вызываем альянс на бой. А так запинали бы хила и все. Мы покажем этим псам, как оскорбляют. Но можно так попробовать. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Не щадите никого, герой Орды. Локтар Рогар! Слава Альянсу! Ебать миликов, пиздец. Одни милики. Угу. Вот я и говорю про... Становитесь на доску и просто холи паладин там с танком идут в другую сторону и ждите, пока не пойдет один милик. Только так. Тут без разницы, Дон, с какой стороны войдут вставать. Вот тут бы два танковых огонь был бы, я бы двоих подержал бы спокойно. Да там, ну, они сильно так и не пробивают, там, в любом случае, типа, одного хила достаточно будет. Тут просто главное их развести, то есть рейд должен стоять ровно, типа, на противоположной стороне. И не двигаться вообще. Ну да, один человек только туда подходит, там, по шашку забирает на себя. Тут два танка вообще, мне кажется, смотрится хорошо. Просто чего? Как я здесь так сделаю? Ну, проснется, он сделает. Ой, не слышно, что ли? Что